Привет, мои дорогие подписчики. Сегодня в этом ролике я буду отвечать на ваши вопросы, которые вы мне задавали на этом записи сообщества. Ну что ж, а мы начинаем. И первый у нас вопрос от Балзарского Бала. Что бы ты делал, если бы Countryballs не существовало? ХМ, это довольно хороший вопрос, Балзарский Бал. Я бы, наверное, просто делал озвучки на какой-нибудь мультик или сериала на русском дубляже. Итак, первый вопрос я ответил. Давайте следующий вопрос от Корти. Ты и любишь ли ты кого-то? Во-первых, я не я натурал. А во-вторых, кого я люблю? ХМ, но я люблю, конечно, своих родителей, своих родственников и так далее. Так, давайте следующий вопрос. Когда у тебя ДР, и какова твоя следующая цель? Ну, у меня день рождения было недавно. А так оно будет в следующем году. И моя цель, это набрать 5000 подписчиков. Так, давайте-ка нам следующий вопрос. Хотел бы ты стать президентом России? Или какой-либо другой страны? Если бы честно, то нет. Следующий у нас вопрос от Мультишары. Ты делаешь анимации Countryballs Виншот? Просто видно по анимации. Иногда да, а иногда нет. Вообще я использую анимации в CapCut. Следующий вопрос. Привет, ты какие способности имеешь? Я умею косить и еще делать хорошие озвучки. Следующий вопрос. Можно позже ты зайдешь в мой канал? Зайти в плейлист «Моя озвучка», чтобы ты оценил озвучку. Так, Ник Болс, обращаюсь к тебе. Сразу рекомендую тебе улучшить озвучку и превьюшки. А так вроде норм. Вопрос от мистера Юга. Почему именно великие шары, а не другое? Кто лучше, мистер сферический? Или государственные страны? Какой ютубер кринж? Во-первых, мне эта идея в голову пришла. И поэтому я решил его назвать свой канал «Великие шары». Во-вторых, мне обе каналы нравятся, поэтому мне они оба нравятся. И в-третьих, знаю только кринжовые, детские каналы, но я не буду перечислять их. Следующий вопрос. Сколько ты примерно хочешь набрать подписчиков? Помимо видео по Countryballs будет что-то? Будешь вести какие-то стримы? Какие страны тебе нравятся? Во-первых, я хочу набрать 35 тысяч подписчиков. Во-вторых, ничего больше не будет, кроме Countryballs. Во-третьих, стримов вообще не будет. И четвертое, мне нравятся страны: Россия, Беларусь, Казахстан и другие центральноазиатские страны. Следующий вопрос. Я попаду в ролик? Да. Следующий вопрос. Когда ты выпустил самое первое видео, и когда ты выпустил самое первое видео шортс? Первое видео я выложил еще в сентябре этого года, а первый шортс я выложил где-то после Нового года. Следующий вопрос. Каких ты знаешь аниматоров по Countryballs? Как ты думаешь, у тебя хорошая ли у тебя озвучка? Самых известных аниматоров я знаю. Это Arts Animation, Мистер Сферический, Орион и другие. Да, я считаю, что у меня хорошая озвучка. И у нас последний вопрос на сегодня. А у тебя были когда-то первые видео на других каналах? Нет, были только на этом канале были видосы. Что ж, на этом все. Ответ на вопросы закончились. Спасибо вам за просмотр. Обязательно подписывайся на канал, ставь лайк и нажми на колокольчик, и также подписывайся на мой телеграм. Ссылку на него я оставлю в описании. Всем пока.